Всем добрый день. К сожалению, не успел на колокольный звон. Только начал доставать камеру и уже закончился. Мы сегодня находимся в городе Аликанте, как обычно. Королевство Испания. В историческом центре города. Кто не знает, меня зовут Денис. YouTube-канал «За перенеями». И здесь у нас самая старая церковь города Аликанте. Называется она Basílica de Santa Maria. Базилика Святой Марии. Мы ходили по некоторым делам и параллельно шли по центру. Вот решили для вас немножечко поснимать. Здесь, кстати, находится тоже одна из достопримечательностей, но уже более современных Аликанте. Музей Мака, то есть музей современного искусства. Я там был внутри. Честно сказать, что каких-то супер выдающихся, наверное, шедевров там не выставлено. Но есть интересные картины из серии современного искусства. То есть понятно, что на любителя тоже. Не всем она нравится. И там представлена работа именно аликантийской художницы, да, художника, женщины. Ну и, соответственно, вот тоже центральные улочки города. Сегодня пожарче, но в теньке хорошо, как всегда. Большой контраст температуры между открытым пространством и таких вот улочках. Прям совсем другие ощущения. Когда идешь по теньку, прям продувает хорошо. Эти многочисленные лестницы, которые здесь встречаются, ведут на тоже историческую часть, пожалуй, одну из самых, наверное, самую старую часть города. Называется район Сан-Антонио, если не ошибаюсь, да. Тоже как-нибудь туда с вами поднимемся. Так, получается, что здесь была какая-то касса. Здесь был какой-то дом, получается, страхование, что ли, Casa de Asegurada. Угу. Ладно, как-нибудь я прочитаю более подробно это все и вам расскажу. Просто достаточно тепло и спонтанное видео, как обычно. Я думаю, что достаточно будет пока показать вам красоты архитектурных. Если не ошибаюсь, то в эту церковь приезжал Папа Римский то ли в 2010 году, то ли чуть пораньше. Да, здесь хранится какая-то часть то ли полотна, то ли часть, в общем, одежды, по-моему, Иисуса Христа, что-то такое. Опять же, не претендую на истинность. Если вы знаете, то можете написать более подробно. И, кстати, вот тоже видите, такой дом строится. Тоже это новое строительство под историческую такую под исторический стиль. Был пустырь, вот, и они его, в принципе, где-то за год, да, где-то год назад, вот, мы тоже тут гуляли, нет, наверное, даже не год, где-то полгода, потому что это была зима. И вот за полгода здесь выросло такое здание. Вот оно еще не готово, но практически уже, да, наверное, 90% готовности. Да, сегодня так жарковато, конечно. Я еще не одет немножко так не по совсем летнему и думал, что жара уже так спала. Но она, в принципе, спала, да, но
немножко не в своем более таком уже привычном летнем гардеробе, поэтому немножечко мне жарковато сегодня. Ну, а температура, в принципе, наверное, 30, где-то так, может быть, 31 на солнце. В тени значительно-значительно холоднее. Это, кстати, улица ведет нас в сторону площади. Называется она, чтобы вам не соврать, вот, пожалуйста, Кае де Хорхе Хуан. Значит, улица Георга, да, Георгия, Егора, наверное, по-нашему можно сказать. Георгия Ивана, потому что Хуан — это Иван, как я понимаю. Кае Хорхе Хуан. Там, кстати, тоже есть такой интересный парк. Как мы сходим туда обязательно. И вот, видите, дом, в принципе, почти готов. Я, конечно, не очень понимаю, зачем делать такие маленькие балконы в Испании. Я понимаю, там еще вот, да, допустим, в древности, да, в старинных домах. И, в принципе, на них можно сделать такой столик, как бы открыть полностью в пол окна. Но это, допустим, еще ладно, это можно понять. Все-таки раньше были другие, как бы, представления о стиле и технологии, наверное, тоже. Ну вот, но зачем сейчас делать такие балконы небольшие? Тем более, что это будет, видите, еще такая балка идет. Ну вот, ну, на любителя. А вот здесь вообще на балконов не будет, скорее всего, да. Просто такой будет зал. Вот, можете посмотреть испанские планировки, знаменитые. Всякие разные. Вот там у них будет патио, видно сразу, наверное, лифт вдалеке, там, не знаю, видно, нет. У него вот видно внутренний дворик. То есть, конечно, в Испании должны быть балконы вот большие. И то это тоже не очень большой балкон. Вот видите, там стоит столик, но это еще хотя бы сделано так по-нормальному, в том плане, что, видите, есть такое пространство широкое для стола или всего. Потому что, конечно, здесь хочется проводить время на улице очень много. Но иногда делают такие узкие вот боком. Так. Я тут практически каскадер сейчас стараюсь вам снять. Вот. Ну, а самый классный формат жилья, конечно, то, что я вот здесь уже точно понимаю, это вот эти атико на крыше. Это, конечно, прям, считайте, дом под открытым небом на крыше. Классно. Небольшие сомнения есть, конечно, по поводу того, насколько там летом жарко или не жарко. Вот тоже наверху, видите, тоже такие аттику. Там можно и грилить, шашлыки делать. В принципе, классно. И здесь у нас тоже виднеется крепость Санта-Барбара. С испанским флагом наверху. Уже прям душа зовет туда тоже подняться как-нибудь, поснимать вам. Вот такой сегодня получился ролик. Очередной из города Аликанте. Давайте еще тоже подойдем. Покажу вам вблизи, да, вот эти вот все орнаменты очень интересные. Вопрос о том, что в Аликанте есть что посмотреть тоже. Видите, какая красота. И на этом прекрасном кадре я буду заканчивать свое видео. Всем желаю добра и удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео из Испании, из города Аликанте. И мы увидимся, как всегда, в следующих видео. Всем пока!